Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня 21 августа. Какое-то время мы отсутствовали, и не было видео, никакой информации. Мы были в отпуске, отдыхали в Крыму. Вернулись вчера. Ну и вот хотел бы такую небольшую прогулку произвести по нашим розам, показать, рассказать. Ну вот, начнем с первой розы. Сорт розы Штертербекер. По данной розе были обзоры, и у меня много обзоров, и, конечно же, фирме КФК Грандифлора очень хорошие обзоры роз. Ну и сейчас покажем, расскажем немножко по горшкам, по розам, которые растут в грунте. Ну, пожалуйста, смотрите, подписывайтесь на наш канал. Данная роза является чайно-гибридной. Заявлена высота 1,20 м до 1,5 м. Ну, вот так она и вырастает. Здесь у нас высажено 5 саженцев. Вот такой вот один мощный куст. Ну, конечно, цвел он очень обильно. Ну, и он цветет непрерывно все лето. Розу всем рекомендую. Очень зимостойкая. И зимует хорошо, и устойчивость хорошая к заболеваниям у данной розы. Цветок очень крупный, имеет аромат. Вот такой красавец Штертербекер. Ну и также повторюсь, что мы находимся в Курской области, город Фатеж, кто если не знает. Далее здесь у нас сорт розы Инка. Высаживал в том году, брал данные саженцы у Инны с Андреем. Роза Флорибунда, высота у нее заявлена до 1 м. У нас она где-то сейчас около 60 см. Цветет тоже все лето, очень устойчивая роза, цветет непрерывно. Вот красавица Инка. Роза тоже зимовала у нас в Курской области без укрытия. Вся вышла зимы без проблем, не укрывали мы ее. Вот так вот цветет, листва глянцевая, устойчивая. Ну, тоже стоят все чистые кусты, вот приехали, но, естественно, обрабатывали. Обрабатывают обязательно нужные розочки. Тут у нас Easy Dust It Флорибунда. Тут по краям она высажена. Флорибунда очень красивая. Тоже цветет непрерывно. Всем рекомендую данную розу. Тут вот возле собак. Сейчас они, конечно, скулят. Роза Golden Celebration. Высокая, но уезжал, мы ее обрезали коротко. Так, красиво цветет, роза ароматная. Цветет, можно сказать, повторно, непрерывно. Цветы очень крупные. Ну, требующие опоры однозначно. Розу всем тоже рекомендую. Тут рядом у нас возле Golden Celebration высажены розы Charles Darwin английской селекции. Ну, немножко поднамокли, потому что были дожди. Ну, цветет обильно. Также вот перед отпуском мы ее обрезали. Очень хорошо наросла. Роза достигает до 1,5 м. Роза, требующая опоры. Однозначно. Потому что очень крупные цветы. И, конечно, немножко не держат себя. Приходится ставить опоры. Вот так вот Golden Celebration еще раз покажу, выглядит. Красивая роза, старинная форма бутонов. Нам данная роза очень-очень нравится. Тоже вот цветет красавица Айсфогель. Ну, немножечко тоже дождик подпортил, я смотрю их. Ну, ничего, цветут, хорошо наросли. Зимой тоже классно. Чайно-гибридная роза, но цветет вот такими вот соцветиями. Роза Хамелеон, ароматная. Розу тоже всем рекомендую. Ну, по всем розам не будем ходить, рассказывать. В принципе, тут Винчестер кафедрал цветет, но не так обильно уже, что тоже отцвело. Тут Андре Тюрка, шраб. Конечно, чуть травка подзаросло, будем косить. Только вот приехали, косить, рубить, обрабатывать, ухаживать. Вот Ренсамью, шраб. Обильно цветущий. Тоже были по нему обзоры. Такой красивый цветок.
Ну, первое цветение, конечно, было более обильное. Лучше он цвел. Но все равно цветет, радует. Вот такие сейчас у нас саженцы. Уезжал пиано, уже отцветала. Тоже производили обрезку. Но вот сейчас вот так вот хорошо наросла. Тут у нас два саженца высажены. Вот такие вот мощные побеги. Я думаю, что еще раз зацветет однозначно, потому что уже на бутонах. Тут у нас далее Габи Марлен. Чайно-гибридная роза. Вот такая. Персикового цвета, персиково-желтая. Тоже цветет она, можно сказать, практически все лето. Розы тоже очень этой доволен. Торт розы Анни Дюпрей. Шраб. Цветет тоже постоянно, вот, можно сказать, непрерывно все лето. Такими желтыми не сильно крупные цветы, но цветет тоже непрерывно. И устойчивость не очень хорошая к заболеваниям. Кэнди Раффлс. Были еще раффлсы. У нас росли, но мы их убрали с нашего розария. Оставил вот только Кэнди Раффлс. Мне он нравится. Нарастают, они вообще раффлсы хорошо растут. И зимуют хорошо, и цветут непрерывно. Ну вот, Кэнди Раффлс я оставил. Принцесса Александра тоже много на бутонах. Два саженца у меня их в маточнике. Вот такие красотки. Боттичелли, тоже мощные кусты. Розы вообще довольны. Ну, еще зацветут, еще подцветут обязательно. Мария Терезия тоже производили обрезку. Сейчас она у нас так хорошо уже наросла. И еще зацветет. Тут братья Грим. Тоже кусты мощные стоят. Все здоровые. Ну, мы стараемся подбирать такие сорта роз, которые хорошая устойчивость к заболеваниям. Которые зимуют хорошо. Тут у нас Эмильен Гео. Ну, тоже не цветет сейчас, к сожалению. И надо подкормить обязательно. Queen of Sweden. Английская роза. Такими помпонами она цветет розовыми. Высокая. 1,5 метра точно выросли. Мы перешли на новую клумбу. В прошлом году я высаживал здесь. Высаживал сорта Эшли. Конечно, тут хотел только одни Эшли высадить, но не получилось, потому что места мало. Ну, тут высажено 10 саженцев сорта розы Эшли. Это у нас вообще на улице. Вот такая красотка. Вот эти розы были высажены в том году. Именно Эшли. А вот тут с краю, сейчас покажу. А вот это молодые саженцы. Вот в этом году, которые были привиты в феврале и высажены тоже. Ну, особо они не отличаются. Ну, конечно, поменьше, пониже. Но, тем не менее, цветут. Все хорошо. Вот тот саженец дальний тоже этого года. Сейчас высота около 80 сантиметров, метр где-то. Тут у нас такая радует нас. Эшли наши. Тоже чистые стоят, все здоровые. Будем прививать. Сорт всем рекомендую, этот Эшли. Если что, у нас еще он есть в продаже на остатке. Роза чайно-гибридная, цветет соцветиями. Соцветиями, цветок крупный. Аромат есть, но очень слабый. Сорт розы Эшли. Ну и тоже уезжали. Вот Флорибунда Супер Трупер, она у нас цвела и продолжает цвести непрерывно. Вот такая яркая, постоянно в цветах, на бутонах. Розы очень доволен. Высажено у нас тут 3 саженца. Было 2, но так как посмотрел, что их мало, подсадил еще один. Ну, пока маленький совсем, смотрю. Такая красотка яркая. Ну, конечно, да, немножко пожалел я, что надо было здесь, правда, может, только Эшли высаживать, но места мало. Пришлось высадить сорт. Чуть-чуть перемешать. Там вот с вулкана. Там у нас вулкан растет. Флорибунда. Так она относится к чайно-гибридным розам, но, конечно, мы бы ее отнесли к флорибунде. 2 саженца вулкана. Конечно,
конечно, всем рекомендую высаживать по 3, по 5 саженцев одного сорта. Тогда они будут лучше смотреться у вас. Ну, так как у нас места, говорю, не хватает, вот высаживаем вот так. Вот такая вот красавица Эшли. Ну и у всех хорошие отзывы по этой розе. И мы очень довольны. Зимовали у нас, зимовали без укрытия в Курской области. Ну и Супер Трупер, естественно, тоже отмечу. Очень яркая. Доволен розой. Ну и опять повторюсь, уезжали в отпуск. Робуста цвела. И вот приехали, она опять продолжает цвести, расти. Вот забор. Она вот за этот год, хотя слабовато была, наросла выше забора. Ну, естественно, сейчас отцветет, опять зацветет. Цветет она непрерывно. У нас живая изгородь сделана из данных роз. Сейчас она, да, отцвела, но все равно без цветов не стоит. Постоянно на цвету. Бутоны новые появляются, новые побеги. Очень сильно разрастается, но ее можно обрезать, формировать. Любые розы. Это кустарник, в принципе, режьте, только будет еще пышнее и обильнее цвести. Вот тут видно, прямо цвела и пошли вот новые побеги. Пожалуйста, будут цвести очень активно. Это у нас гортензия. В этом году высаживал Инна, сестра. Дала пару саженцев, высадили себе. Для... Ну, это тоже розы, розы везде кругом. Тут цветет у нас. Ну, что-то какие-то слабенькие, конечно, кустик. Ну, да, Эбилия Принца де Монако, как всегда, радует. Цветет обильно. Ну, там вдалеке шраб блюбой. Мы его 2 года не прививали, но в этом году, наверное, будем прививать. Оки де Фата. Такая флорибунда. Ритаусма отцвела, но еще кое-где бутоны есть. Первое цветение, конечно, у данной розы очень обильное. Сангрия вот здесь вдоль дорожки тоже у нас отцвела, но нарастает. Тоже сейчас приехал, нам вот, конечно, подкормить что-то, где-то посмотреть, пересмотреть. Здесь у нас тоже розочки. Тут у нас была съемка тут Лолита Лемпика, Дарси Бассел, Модерн Сентиняль, Леонардо да Винчи. Ну, сейчас не цветут, в принципе. Так что, вот так. Вот Чип энд Дейл, что-то смотрю, его тут поели, погрызли. Ну, мое отсутствие, конечно, обрабатывали, но когда сам, тут все под контролем. Подкормить обязательно, калийные удобрения надо давать уже розам. Тут тоже розочки вот обрезал. Мона Лиза. Ремембранс. Что-то пропало, еще не подсадил. Вот оставлял себе. Тут у нас были Джубили Селебрейшн. 3 саженца. 1 саженец остался. Ну что, вообще слабо в этом году. 2 пропали, я выкопал. Тут по центру была Дженни Роуз Гарден. Пропала, не вышла с зимы. Там вдалеке с левой стороны Валертон Холл. Он отцвел, обрезали его покороче, потому что он очень высокий вырастает. Динки. Вот, тоже уезжал, обрезал коротко, но сейчас начали нарастать. Побеги пошли. Вот Скарлетт. В этом году как-то не очень, скажем так, что-то мне нравятся розы, но растут, тем не менее. Вот LD Bright White. 3 саженца у меня тут растет. Вот, молодые побеги пошли. Хорошо уже наросли. Английская парковая роза. Очень доволен данной розой. Ну, тоже у нас розы, везде розы. Red Leonardo da Vinci. У нас тоже 5 саженцев растет. Флорибонда. Ну, все ее, я думаю, знают. Ну, отцвела, обрезали. Сейчас опять зацветает. Ну, саженцы, скажем так, молодые еще пока. Это им 2-й год. Ну, уже хорошо наросли. Цветут, зимуют. Листва здоровая, ну, естественно, профилактические обработки нужны. Ну, там в ряду у нас чайно-гибридные розы, такие как Рамира, потом Белая Боинг, Марлен красный, чайно-гибридная, Керио желтая, перемешку. По 3, по 5 саженцев высажены. Ну, а сейчас перейдем уже, это вот у нас розы в горшках, молодые саженцы в основном. Что-то надо подвязывать, отдохнувшие. Будем активно работать, управлять розы. Вот так вот, допустим, они сейчас выглядят. Тут 4-литровые горшки.
Вот такой вот бланк Миян Декор. Хорошо сформированный. Листва вся чистая. Ну, есть, конечно, некоторые, я смотрю, сорта немножко где-то пожелтели, где-то что-то пропало, где-то что-то слабо пошли. Ну, а так в целом, вот, молодые саженцы. Хорошо развиты, в целом ничего. Эльф, Шарлотта. Вот такие вот у нас саженцы. Ветер очень сильный тут. Приехали, как всегда, у нас ветра. Так что возобновим опять отправку. Люди уже пишут, заказывают. Сортов не так много осталось, но есть. Есть что выбрать. Что-то цветущее, что-то не цветет. Также будем выезжать в Курск на рынок. Обязательно будем производить продажи роз в Курске на рынке. Все у нас закрыто корневой системой. Артемис. Это тоже молодой саженец Артемис. Хорошо уже нарос. Прививка этого года. Листва все чистая. Все хорошо, все превосходно. Почему говорю, что листва чистая? По дороге с Крыма в Крыму заезжал в один питомник. Не буду называть какой. Очень известный, разрекламированный. И там, значит, они розы в горшках тоже начали выращивать. Ну и заехал, посмотрел. Конечно, был очень сильно удивлен, потому что люди вроде занимаются, если на них страшно было смотреть. Бланшет белый спрей, белая спрей роза. Сейчас мы перешли на другое место, где у нас тут тоже розы в горшках стоят на улице. Розы нашли на улице, потому что в теплице уезжал, было жарко очень сильно и пошел паутинный клей. Сейчас с ним бороться очень сложно. Те розоводы, которые давно занимаются, особенно если кто выращивает розы в теплицах, те понимают, о чем я говорю. С ним невозможно бороться, с паутинным клещом. Поэтому вынесли их на улицы. Так, тут обрезал тоже перед тем, как уехать в отпуск. Роза ловила кота. Саженцы были высажены в том году, я уже говорил, молодыми. В этом году вот подсадил один саженец, но вот пока он не сильно нарос, но тем не менее. Восточный экспресс. Цвел, конечно, бомбически, мама говорит. Ну, видно, вон мама оборвала. Цветы обрезать уже не стали. Ну, цветет непрерывно. Листва вот здоровая. Прям красавчик. Очень красивая роза. Тут у нас институт Люмьер. Тоже растет, цветет. Был высокий, отцвел, обрезал. Ну, дальше. Пожалуйста, цветет, радует. Красивая роза. Тут у нас молодые саженцы высаживал. Аспирин. 5 саженцев. Ну, хорошо, наросли. Наросли вообще отлично. Хотя высаживал поздно. До этого у меня не было аспирина. Прививочный материал брал Вин с Андреем. Ну, или там у знакомых тоже аспиринчик был. Вот так вот сейчас цветет. Отцвел, надо оборвать цветы. Ну, цветет тоже очень обильно. Это у нас розы, которые я брал у Инны с Андреем, новые сорта, так как места катастрофически не хватает. Были высажены большие горшки, вот они наросли. Ну, материал хороший у Инны с Андреем, что говорить. Розы они покупают у оригинатора, и тот материал, который, вот, допустим, в этом году приезжал, Андрей показывал те розы, которые были приобретены именно у оригинатора, и те розы, которые были привиты уже в этом году от тех саженцев, то эти, конечно, даже более мощные, чем двухлетки, которые были заказаны у оригинатора. Вот такие саженцы хорошо наросли. И получается полгодика всего молодые саженцы. Ну, вы видите, какие уже они мощные. Ну, по сортам тут не буду говорить. Тут, ну, конечно, сейчас что-то отцвело, надо обрезать, посмотреть, пересмотреть. Так, розы, конечно, вот такие суперские. Вот такие саженцы. Большие горшки есть. 7-литровые. Есть 4- и 3-литровые горшки. По-разному. Вот так они сейчас выглядят. Это вот у нас, по-моему, Chip and Dale. Да, Chip and Dale. Чипик. Моретто. Робуста. Мощные саженцы.
Аспирин Роуз. Вот такой аспиринчик. Это в 7-литровых горшках. Перебирать надо, конечно, все смотреть, потому что они тут разрослись, как стояли плотно, так они и стоят. Вот так вот. Это 3-литровые горшки. Что за сорт у нас? Транквилити. Транквилити, да. Восточный экспресс тоже в большом горшке. Мощный саженец уже отличный. Это 7-литровые горшки. В летистых много роз. Естественно, требую сейчас уход. Уход. Сейчас буду заниматься этим вопросом на этой неделе именно. Что-то подвязать, что-то обрезать, что-то перебрать, прополоть. Тут вообще вон лес все тоже заросло. Робуста. Не видно белого света. Все настолько плотно стоит. Вот сейчас покажу еще горшки. Это вот сангрия в 3-литровых горшках. Тоже молодой саженец. Сейчас зацветет уже скоро. Вот так они выглядят, наши розы. Фрайфрау Каролина Рибунда. Так что те люди, которые мне писали, когда я был в Крыму, говорил, что в отпуске. Будем сейчас всем на все вопросы ответим. Обязательно по наличию посмотрю, что есть. И обязательно вам отвечу и отправим вам розы. Ну и на этой нотке мы с вами попрощаемся. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Ставьте лайки. Доверяйте нам, заказывайте у нас розы. До свидания, до новых встреч.